У Расонах после реконструкции открыли мемориал, который заховывая память о падеях Великой Отечественной войны. С первых дней военного лихолетия на территории района был разгорнутый могутный подпольный, а после и партизанский рух. Мемориал был узведен больше за 50 годов тому на месте похования советских воинов, партизан и подпольщиков. Его реконструкция началась в минулом году. Зараз сквер у центре города выглядит по-новому. Тему протягнут наши корреспонденты. После войны в память о боевом содружестве партизан различных национальностей, белорусов, русских, литовцев, латышей, в нашем районе был открыт музей. Музей боевой содружности городского поселка Расоны стал центром патриотичного выхования молоди с первых дней открытия, а отбылось это больше за 30 годов тому. Тут проходят встречи с ветеранами, для вучнев проводят интерактивные уроки истории. Музей объединяет 12 залов. Экспозиционные предметы рассказывают об героичном минулом маляуничьего краю. После того, как район был оккупирован в июле 1941 года, перед этим были оставлены 56 партийных работников и коммунистов с целью организовать подпольное движение. В августе, к примеру, была создана Расонская подпольная группа во главе с Петром Мироновичем Машеровым. Практично с первых дней войны на территории Расонского района был разгорнут подпольный партизанский рух. У вересня 42-го ворог арештовал несколько удельников подпольной группы, у тем лику и мати Петра Машерова. У 60-е годы минулого стагодия подпольщиков перепоховали у мемориальном сквере городского поселка. Мемориал у самом центре Расону узвяли у 1965 годе. Тут находится место похования 2500 советских воинов, партизан и подпольщиков. Летось началась реконструкция мемориалу. Люди працевали тут подчас субботнику. Сквер удалось обновить дякуючи унеску кожного. Тут заменили тротуарную плитку, бордюру, усталевали сучасные святильни. Мемориальный комплекс выглядая по-новому, але концепция засталась ранейшей. Подсветили мы все тумбы, где надписи находятся. Новая стела абсолютно, потому что старая пришла в негодность. И обновили вечный огонь. Выделялись люди для благоустройства территории. Выполнен приличный объем. В прошлом году мы с группой депутатов областного совета выехали сюда именно в день, когда была расстреляна группа расонских патриотов. Здесь провели мы и наш республиканский субботник. Наша задача была облагородить. Заменен мрамор, заменены какие-то элементы, которые действительно сегодня стали смотреться по-новому. У гонор тих, хто змагався за перемогу, а так само людей, які прославили Расону у послевоєнні гади, у райцентрі узведена алея слави. Створений у районі і музей партизанського биту під відкритим небом. У гади Великої Вітчизняної війни тут розміщалася стоянка партизанської бригади імені Рокоссовського. Музей на березі озера з'являється часткою екскурсійного маршруту по місцях бойової слави. Сергій Мисурагін, Марина Романовська, Михайло Христофоров. Новини Расони.